Всем привет! Сегодня на обзоре оперативная память. Я взял вот такую оперативную память. Вот ее код производителя здесь написан. Она вскрытая. Уже, видимо, кому-то не подошла. На эту память дается 10 лет гарантии. Это не реклама, но действительно только на эту память дается 10 лет гарантии. Здесь инструкция по установке. Так, и больше здесь ничего нету. Так, инструкцию я обратно вот так положу. Более подробно сейчас посмотрим о памяти. Здесь код производителя на 32 гигабайта. Это память по чипам. Я здесь посмотрел. Чипы. Вот этот чип коррекции ошибок полностью совпадает с рекомендованным листом памяти, так сказать. Там указано рекомендованный чип, вот этот вот коррекция ошибок, его номер. Но по чипом памяти я не совсем понял ситуацию, потому что очень большая разница. То есть вот таких вот номеров, которые там есть, я не нашел даже близко ни в одной памяти. Но чипы, я знаю, памяти должны быть микрон, то есть это проверенные хорошие чипы. С противоположной стороны память выглядит вот таким вот образом. Память после установки. Здесь видны следы от установки. Сейчас вторую посмотрим. Вроде как память целая. Я в магазине смотрел. В принципе, я думаю, с этой памятью проблема не должно возникать. Планки памяти выглядят они таким вот образом. И они не отличаются друг от друга. Память поддерживает частоты 2666, 2400, 2133 МГц. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!